Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала Собесного Мастера. И сегодня мы с вами, дорогие друзья, продолжаем выживание бомжа в большом городе, ну или бомжа до острова, потому что сейчас пока что мы не в городе, мы попали в кораблекрушение, как вы помните, попали на остров. В прошлой серии мы искали жену на моего соседа с корабля, и, к сожалению, мы нашли ее уже мертвой. И сейчас мы решили ее все-таки похоронить. Настя, Настенька, я тебя почти не знал, но твой муж хороший мужик, поэтому земля тебе пухом. Мы не сможем отнести ее тело, Артемон, до нашего места, поэтому придется похоронить ее здесь. Тем более уже темно, и оставаться в ночи. Ну, братан, давай, держись, крепись, чувак, крепись. Возьми себя в руки, тряпка. Я понимаю, все понимаю, брат, но сейчас ничего уже не сделать. О, брат, да. Так, вот дощечки сверху еще положу. Это тоже положите. Да, закрой. Все, так, чуваки, ну перед тем, как уйти, хоть и поздно, я вижу здесь очень много сена. Нужно как можно больше сена забрать с собой. Этим чувакам оно уже вряд ли понадобится, нам может пригодиться. Сено все-таки это очень крутая тема. Также выпейте воды, ребят, выпейте воды, что у вас есть, сколько захотите, прям можете всю воду выпить. И давайте наберем воды из источника, который у них здесь. Не знаю, кипятили ли они воду, возможно, кипятили. Прям выпивайте сколько хотите, прям все можете выпить воду. Сколько влезет. И из источника набирайте заново. Оп. Оп, хорошо. Копья с собой тоже заберу. Вот, привязал у себя. Слышь, бешеный кот, набери воду. Выбей воды, набери воду. И сено, вот, собирайте больше сена. Посмотрите, может, у них что-нибудь в домиках есть полезное. Может, какая-нибудь еда или что-то еще. Или что-то у них было там. Так, давай, забираем сено. Блин, холодает уже, чуваки, холодает. Прям сильно. Чувствуешь, Артём, ты не замерз? Сосед, ты не замерз, соседушка? Что-то холодновато прямо совсем становится. Мне кажется, нужно уже возвращаться, там мы здесь окоченеем просто. Да какая разница, закленный, не закленный, холод есть холод. Так, ладно, забираем. Все это сено. Ладно, остальное заберем потом, ребят. Слышите, остальное, если что, можно будет сходить забрать потом. Сейчас уже и так много набрали, нам это еще все донести нужно. Давайте, пойдемте. Слышите меня, пойдем. Ребят, вы где? Ребята! Поднимайтесь сюда. Бешеный кот, ладно, вот около того дома. Вот, Артемон нашел, бешеный кот, а где? Все, давайте, пойдемте. Так же, как сюда и пришли, идем тем же путем. Фух, мне на самом деле нехорошо. Бинты кончились, пацаны, у вас бинты остались, еда какая-нибудь есть, бинты. Чем бы такое осталось? Бинты есть, да, бешеный кот, отлично. Очень холодно, пойдем. Нам нужен костру к девчонкам. Фух, поднимаемся, где-то здесь должен быть наш указатель. Блин, братан, мне так жаль, Артемон, так жаль. Я тебя очень сильно сочувствую, но больше ничего. Свинья есть, бешеный кот, нужно свинью зарезать по пути. Так, почему девчонки нам дали только мышей? А почему нам дали только мышей, ведь мы столько еды всякой нашли, слышишь? Бешеный кот, несправедливо. Надеюсь, когда мы придем, они пожарят те стейки, которые мы в прошлый раз добыли. Слышишь, бешеный кот? Да, нужно устроить проводы. Так, вот здесь шерсть. Значит, мы отсюда пришли. Но откуда конкретнее? Вы не остаете, ребята? Эй, ау! Ага, нормально. Не отставайте. Вот еще шерсть. Идем по нашим следам. Идем. Хоть я и перевязал раны, но все равно не очень, очень плохо. Не знаю, как это объяснить. Возможно, я очень голоден. После всех этих телодвижений очень сильно проголодался. Так, больше я что-то не вижу наших этих пометок, знаете. Не вижу пометок, это очень плохо. Возможно, мы идем не тем путем. Кажется, мы немножечко заблудились. В темноте вообще нифига не видно. Так, пацаны, вы меня слышите? Пойдем к берегу, левее. По берегу пойдем, потому что я потерялся. Слева был берег, ну то есть справа в прошлый раз. Значит, сейчас слева он тоже должен быть. Выйдем к берегу. Мы немного заплутали, у нас другого выхода нет. По береговой линии пойдем. Это будет чуть дольше. Но зато уж наверняка, потому что нас выбрали. А, вот шерсть, представьте. Нифига себе. Как-то мы, видимо, даже срезали, походу. Так, и да, мы на месте. Вот повезло, да, действительно повезло, ребят. Так, сундук с собой заберем. Твой. Все, хорошо, погнали. У тебя есть еда, бешеный кот, поделись. Говорил, что нет, я очень голоден после нашей драки. Фух,
Воду эту не пей, ты чё, обычный год, у тебя еще осталось все нормальное. Ёб, прокипятись сначала. Дизентерию потом получишь, бешеный кот. Все, пойдем. Давай, нафига нам дизентерия? О, грибочек, молодец, я только хотел взять. Все, идем, ребят, идем домой. Возвращаемся домой. Срочно нужно идти, нужно много чего еще сделать. Ух, ну зато мы теперь точно знаем, что, скорее всего, это было, наверное, единственное. Ну, может быть, не единственное поселение, но самое близкое к нам поселение было. И мы его уничтожили, поэтому сейчас, скорее всего, проблем с туземцами не будет. Проблем с туземцами не будет, ребятки. Уже рассвет, ну почти мы целые сутки пробыли. Надеюсь, девчонки там по нам, может, вдруг они нас потеряли, прикинь, они будут беспокоиться, будут отправиться тоже в путь, и мы с ними разберемся. Да не-не-не, бред. Жестко, жестко, мы целые сутки провели в поиске. После того, как мы тебя встретили, сосед. Там ничего нет, мы уже здесь все забрали. Все забрали из этих обломков, Светочка, так что ты можешь не переживать, не смотри здесь ничего. Здесь вообще бешеный кот Нимка жили, сейчас я покажу, где они жили. Тут прямо очень хорошо было. Хорошее место было, где-то здесь, да? А, мы прошли его, да, бешеный кот? Фух. Дальше? Офигеть, как далеко это все находится. Фух, еще дальше, да, бешеный кот? Давай, идем, 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 идем. Я так сильно, меня уже не могу, уже с ног валюсь. Может быть, здесь заночуем? Хотя нет, вы вот уже шерстью забрали. Здесь было отличное место. И бешеный кот, есть что-нибудь пожевать? Артемону. Артемон, спожуй, давай. Последнее. Я не буду, да есть, тоже, конечно, очень сильно устал. Если что, у тебя грипс есть. Это вроде бы нормально. Его, конечно, это. Пожарить. Или что-нибудь с ним замутить. Здесь можно срезать, ребят, здесь можно срезать, давайте. Мы уже почти на месте. Давайте идем сюда, ребят. Давайте идем сюда, не отставайте. Так, я откуда подозрительный грипп, но я его все равно возьму. Так. Фух, хорошо, мы на месте. Я вижу наш дом. Зачем они, короче, проволоку на дом надели? Они что, думали, это украшение? Бабы! Девчонки! Ух. Мне нужно срочно еды. Я хочу жрать. Артемон тоже хочет жрать. И бешеный кот тоже хочет жрать. Мы все хотим жрать. Принесли вам грибов, еще грибов. Мы так-то вообще-то стейки находили. Где еда? Вы жарили? Мясо жареное было? Дай мне совершенно немного бешеного. О, бешеный кот, нифига себе, стейки. Мы грибы принесли, можете какой-нибудь суп из грибов замутить. О, да, стейки, класс. Дай им еще сырые, слышишь, бешеный кот, дай им сырые. Ух, дождь начался, ладно, сено пока потом распакуем. Ладно, ребят, мы, наверное, девчонки, мы, наверное, спать ляжем, потому что мы очень устали. Вы тут, наверное, посмотрите. Мы не нашли Настю, к сожалению, не нашли. Давайте лучше поговорим об этом с утра. Ну, вернее, после того, как мы поспим, потому что ноги уживаются, бешеный кот падает здесь рядом. Воду еще прокипятите. Это не кипяченая вода. Вот еще, кстати, копья. Много копий. От бога нам хватит. Ладно, бешеный кот, ложись. Артемон, ложись, потом расскажем, уже завтра. Ну или сегодня вечером. Ой, я устал, капец. О. О-о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 -
вон, вставайте. Так, сундук здесь еще один поставлю вот сюда. Снизу. Ну что, девчонки, что вам рассказать-то? Короче, пришли мы на место, было куча аборигенов. Они что-то делали с ее телом, она уже умерла. Они ее убили, короче, убили Настеньку. Мы ее похоронили. Да, мы там прям похоронили, мы не смогли донести ее тело. Было очень много аборигенов, мы там чуть не погибли, мы с ними дрались, их было очень-очень-очень-очень много. Человек, наверное, 10 или 15. Там были женщины, мужчины, нам пришлось со всеми драться. Нам пришлось их всех убить. Я сейчас не знаю, вы, наверное, не знаете, но я прям проснулся весь в поту, потому что мне снился кошмар просто с этими. Я не знаю, эти люди, это кровь на моих руках. Ужасно, я себя чувствую очень плохо. И из-за того, что Настенька не выжила... Не знаю, как себя Артемон чувствует, но я вообще себя очень херово чувствую. Наверное, себя вообще в супер поникшем состоянии. Ладно, нам сегодня нужно все равно много чего сделать. Так, Артемон, ты пока останься дома, отдохни все равно. Бешеный кот. А, кстати, сено мне дайте, которые добыли, сено. Так, девчонки, пока здесь дома уют устраивайте. Вот сейчас немного сена вам дадим, вот, смотрите. Вот так вот. Вот так мы сено добыли. Да, хорошо. Ну, там шерсть как-нибудь замиксуйте. Так, бешеный кот, иди поохоться на мышей. Нам нужна еда.
Только, знаешь, как тебе не охотится на мышей, лучше возьми все пустые бутылки и сгоняй до источника. Слышишь, воду, вода, в воду прыгни, потушись. Короче, возьми все пустые бутылки, возьми с собой нож, сходи до источника воды, там, который в глуби острова, понял, бешеный кот? Сгоняй туда и по пути еще мышей поубивай. Артемон, когда придешь в себя, тоже мышей поубивай. У тебя копье есть, мышей поубиваешь копьем. Так, ну а я пока займусь тут достаточно тоже важным делом. Так. Сено. Сено. Вот так вот, да. Девчонки, вы там все сено не тратьте. Возможно, мне понадобится больше сена, чем я тут думал. Так, хорошо. Блин, главное, чтобы, конечно, дождь не пошел. Так. Это сюда, вот так вот. Ну, все там, даже, мне кажется, сырое должно нормально разгораться. Снизу главное поджечь. У меня как раз есть факел. Я еще снизу факел поставлю. Так, сена у меня хватает еще. Давайте вот так вот сделаем. Ой, хорошо. Прям наваливаю здесь сенца, так сказать. Эх, немного не хватило. Девчонки, сена, дайте еще немного. Штучек 10 здесь. Так, хорошо, хорошо. Молодцы, девчоночки. Мы 24 штуки. Что, все брали, отдали обратно сено, что ли? Осталось, нифига себе. Осталось. По-моему, столько я вам и дал. Или мне показалось, возможно, показалось. Так, сделаем вот так вот, здесь всем ровно, чтобы я мог здесь забираться, и одну штучку здесь еще. Артемон решил порыбачить. Ладно, рыба тоже неплохо, нужно рацион все-таки разнообразивать. Разнообразить рацион, все-таки хоть мы и на необитаемом острове, жрать одних крыс, мне кажется, не совсем целесообразно. А вот если у нас будет рыба, там, мясо животных и так далее... Уже будем чувствовать себя лучше, уже будем чувствовать себя лучше, да. О, так. Давайте сюда. Лина. Лина, ты как? Что-то неважно выглядишь, ты как себя чувствуешь? О, нехорошо, грущу из Настеньки, я, конечно, плохо знала, но пойдет. Мне кажется, не из-за этого, что-то ты немного бледновато выглядишь, Лин. Ты поешь что-нибудь, слышишь, только не мышей чем-нибудь получше поешь, пожалуйста. Сегодня поешь свинины, пожалуйста, один. Свинины, какой-нибудь хлеб, он там еще остался, пока не испортился. Хлеб доедай, это уже 4 дня прошло. Уже должен, наверное, скоро заплесневеть начать. Поэтому давай я тоже хлеб возьму. Покушаю, я вот себе буханочку возьму. Там еще бешеному коту надо кому-нибудь дать. Не знаю, посмотрим. Так. Артемон. Брат, ты как тут? Как ты, брат? Улова нет вообще? Ну грустно, грустно, грустно. Хотя остров, должно быть много рыбы. А ты наживку-то взял? Накопал, знаешь, червячки-то эти. Наживочки, личинки какие-нибудь, червячки. Кусочки крыс, думаешь, они такое поведутся? Мне кажется, они такое не поведутся. Чё то... Эх, сорвалась. Не отвлекайся, Артемон, не, не отвлекайся. Нет, слышишь, кусочки крыс-то, мне кажется, слишком жестко для маленьких рыб. Ты лучше бы копнул это. Червячков каких-нибудь. Сейчас, тем более, дождик же был. Когда мы ложились, может где-нибудь дождевые черви есть, повылезали, посмотри там по острову. Сбегай, отдохни, только далеко не уходи. Да, там копни где-нибудь, где рыхлая земля. Фух, да, у меня есть факел, хорошо, что я факел взял, его можно будет легко поджечь. Поджечь на шток стены, я, наверное, скажу Лине, чтобы она была на чеку. Будем смотреть в этот горизонт. Фух, каждый день, ну что-то странно, что кто-то был здесь и еще поджег наш этот сигнальный огонь. Че там, Артемон, нашел что-нибудь? Нашел каких-нибудь червячков, жучков? Пока нет. Давай, давай дальше, давай дальше. Блин, где же бешеный кот? Надо за ним это, сходить попроведовать, где он там. По нашим знакам, а то что-то я он куда-то потерялся. Я, конечно, никому не сказал, что пойду. А, блин, точно сено нужно оставить в лагере. Так, 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 так. Да, конечно, один нас ищут. На, возьми сено. На, возьмите песочки немного еще, ребят. И досочки, досочки. Песочек, досочки. А, и грибочек, кстати, грибочек, смотрите, грибочек, да, все. Вы вот, короче, о, бешеный кот, ты уже вернулся, брат. Че, как, нашел воду? Все в порядке, ничего с тобой плохого не было. Фух, че, все хорошо? Мышей было много. Красава. Девчонки, тут бешеный кот целую... Свору мышей убил, жарьте. Воду насобирал.
И воду в печке прокипятите тоже. Вот, кстати, сколько это пузырьков воды. Там, кстати, все-таки, бонаква есть, кстати, нифига себе. Ты мне зачем еще бонакву-то дал? Выпью лучше, спасибо, освежусь. Фух. Понял. Так и прошло пару недель. Мы все отчаялись, потеряли надежду на спасение, но на самом деле устроили здесь себе лакшери жизнь. Более-менее. Хотя постепенно нехватка других людей и все-таки дальность от цивилизации сделала свое дело. Мы начали депрессовать. Так продолжалось до этой ночи. А, что? Что такое? Что? Бешеный кот, что? Что ты меня бьешь? Что такое? Что случилось? Что случилось? Что? Что, бешеный кот, что такое? Сюда, что сюда? Лина, 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 дай зажигалку. Кажется, бешеный кот что-то хочет нам показать. Ничего там не вижу, бешеный кот. У меня зрение минус 9, нифига не вижу. Что там? Что там? Что там, бешеный кот? Не вижу. Яхта? Не вижу. Ладно, если вы видите, что там яхта, я нифига не вижу. Поджигаю. Наш с вами сигнальный костер, он должен гореть. Так, ой, я сам немного поджегся, пока его поджигал. Опасная все-таки тема. Кричите, слышите, махайте, кричите. Может, они вас в бинокль увидят. Кричите, махайте, пока я поджигаю. Фух. Так, сено долго не будет гореть, ребят. Сено долго не будет гореть. Давайте, у нас есть это... Зажигалка полностью сломалась. Мы полностью израсходовали зажигалку, ребят. Чё, они что-нибудь нас увидели? Они нас увидели, ребят? Они нас увидели? Я ничего не вижу. У меня зрение минус 9. Хорошо, что у меня хоть одно очко есть на глазу. Боже, я никакой лодки не вижу. Что за дела? А, надо прищуриться. О, кажется, я вижу лодку. Действительно, это яхта целая. Нифига себе. Прищурился, яхту увидел, чуваки. Яхту. Нимка, ты куда плывешь? Нимка, они нас заметили? Нет, они нас заметили, Нимка? Ты не доплывешь до них, тебя течение собьет, они слишком далеко. Утонешь, да, утонешь, Нимка, давай назад. Ребята, мы здесь, эй, ребята. Они плывут? Не вижу нифига. Где они плывут, бешеный кот? Да что с моим зрением не так, нифига не видно. На всякий случай приготовимся, вдруг это какие-то браконьеры. Возьмите копья в руки. Фиг его знает, что может произойти, ребята. Но не в руки, приготовьте их за спиной. А то они сейчас увидят у нас агрессию. Не, берите, берите, берите. Они сейчас увидят агрессию, может, не подплывут. Эй, ребята, вы понимаете меня? Понимаете? По-русски, понимаете? По-русски. Do you speak Russian? Do you speak Russian? Мы это, у нас корабль потонул здесь, огромный такой лайнер. Недавно затонул неподалеку, не знаю где. И вот мы сюда выбили, уже пару недель здесь выживаем, может, даже месяц. Слышите, что, можете нас довести до ближайшего города? Мы это. Из бомжи города, да. Все, садимся в лодки, ребят, садимся в лодки. Я с собой возьмем что-нибудь? А, забрать с собой некоторые вещи, я думаю. Ну, вода, пофиг. Зажигалка еще одна осталась. Медикаменты. Книги, пофиг. Медикаменты. Ну, все остальное пусть остается на этом острове. Потушим огонь. Чтобы, соответственно, ничего здесь не сгорело. Вдруг кому-нибудь это все пригодится. Ладно. Поплыли, ребят. Вы не представляете, как мы рады вас видеть. Все, давайте. Давайте до этого. До вашей яхты. Блин, как хорошо, что вы здесь проплывали. Вы вроде выглядите какие-то тусовщики. Это здорово, это здорово. Рад вас видеть, чуваки. Вы не представляете. Мы целый... Мне кажется, мы здесь реально месяц. Уже месяц просто. Месяц в этом острове провели, тут были аборигены, они убили нашу подругу, прям, вот сейчас, короче, приеду, все расскажу. Все расскажу. Так, лодки сюда, давай, припарковываемся, хоп, хорошо, опа. Отлично. Давайте куда-нибудь дождемся наших друзей, поднимемся, я вам все расскажу, что произошло. Фух, где можно присесть, где можно вас подприсесть, так сказать, да. Чё это мы воняем, мы каждый день мылись в море, так что не надо нам тут. Сюда, давайте сюда сядем. Я вам расскажу, вот сюда так встану. Короче, мы плыли на огромном офигенном лайнере. На огромном офигенном лайнере. И, короче, там был какой-то маньяк, он взорвал лайнер, нам удалось выжить. И нас выбросило, ну, на огромном корабле, не на лайнере, вот на огромном корабле, да.
Нас выбросило на этот остров. Вот, на этом острове мы выживаем уже целый месяц. Нам повезло, что приплыли, а то Робинзон Крузо бы несколько десятков лет здесь на этом острове бы жили. Если бы не вы, конечно, мы бы не выжили, ребят, да. Спасибо вам огромное. У нас... И вон моя жена, она уже она беременна, с ней поаккуратнее. Лина зовут, да. Это Бешеный Кот. Это, значит, Нимка. Наши хорошие друзья. Это Артимон. У него тоже была жена, она здесь погибла. Ее местные туземцы убили, но мы за нее отомстили. К сожалению, пришлось это сделать. Вот, но это ладно, это не важно. Они на нас напали. Да, жареных мышей ели. Все что угодно. Да блин, не важно, куда-нибудь в Россию, куда-нибудь поближе подвезите. Мы сами дойдем до нашего города, ребят. Там вон, у Артимона, говорит, деньги есть в банке. У Бешеного Кота деньги есть в банке. Если что, возьму деньги, мы доедем. Будете в бомжегороде, ребят, заходите в мой бургер. Но я на самом деле бизнесмен, предприниматель. У меня есть бургерная, очень вкусная, да? Скажите, что спасли вам всем, как бы этот, дам абонемент бесплатный. Мы когда будем сеть нашу расширять по нескольким городам, то, возможно, в вашем городе бургеры появятся тоже наши. Очень вкусные, недорогие, конкурируют с Макдональдсом и KFC прям очень хорошо, потому что дешевле и по качеству точно так же. Вот так вот. Да, я вижу, это что, ваша яхта, да? Ваша яхта, ребят. Все, бизнесмены вы. Так что, значит, бизнесмены вы здесь все, или как, или что? Так, но вот Вячеслав, наш одноклассник, вообще миллионер, у нас привез сюда, а вы сюда все-таки начал записывать летсплеи. А, у вас встреча одноклассников на яхте Слава, у нас местный мажор. Слава, это ты, да? Ну, поздравляю, поздравляю, классная яхта, братан, классная яхта. Если бы ты не стал миллионером, ты бы нас сейчас не спас. Поднялся и стал топ-1 летсплейщиком в Майнкрафте. Так, и заработал на яхту. Что такое, Лина? Лина, что с тобой, Лина? Кажется, я нехорошо что-то сказала. Лина не падает. Лина упала. Что с ней? Что с ней? Тут есть врач, кто доктор? Отойдите все, пусть доктор подойдет, отойдите. Доктор, что с ней? Такой обморок, бешеный кот, отойди. Что, кажется, она собирается здесь? Что, вот откуда? Что?